Горбуша – очень популярная, полезная и невероятно вкусная рыба. Запеченная в кляре горбуша получается очень аппетитной. Отлично сочетается со всевозможными гарнирами и соусами. Попробуйте. Вашему вниманию – классический рецепт приготовления горбуши в кляре в духовке. Подготовленное филе горбуши обмакиваем в кляр и запекаем в духовке до готовности. Рыба подается к столу с соусом и легким гарниром, например, рисом или картофелем. Удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Филе рыбы нарезаем на порционные кусочки. Приготовим кляр, смешайте. Яйца, молоко, муку, соль и перец по вкусу. Получается густое и однородное тесто. Смажьте противень подсолнечным маслом, обмакните рыбу в кляр и запекайте до красивого золотистого цвета. Через 10-15 минут переверните рыбу другой стороной. Приятного аппетита! Вкусняшки, подписавшимся. А теперь ингредиенты. Горбуша, 800 грамм, филе, молоко, 150 миллилитров. Перец 0,5 чайных ложки, яйца 2 штуки, масло подсолнечное 150 мл, мука пшеничная 7 столовых ложек, соль 1 столовая ложка, количество порций 8. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Попробуйте и приходите рассказать о впечатлениях. Пока-пока.